Сейчас на 400 метров стартуют КАМАЗ, дакаровский КАМАЗ и Нива Супротек Рейсинг. За рулем Нивы поедет Антон Воротников. Антон, давай для маленького каналчика расскажи. Здравствуйте. Что ты, как ожидаешь? Сделаешь КАМАЗ? Я ехал спокойно на Ниве, вдруг откуда ни возьмись, подъезжает чувак на КАМАЗе, говорит, я с тобой хочу заехать. Ну, в общем-то, сейчас будем пробовать это делать. Ну, как твои прогнозы, на Ниве сможешь сделать КАМАЗа? Мои прогнозы, если эта GoPro-шка перестанет глючить, у нас клевое видео получится. Ну что, Антон усаживается в кресло, пристегивается. Главное – безопасность. Очень серьезное лицо у Антона. Что-то сейчас будет, друзья. Что-то сейчас будет. Антон пока привыкает к автомобилю. Поехал разведать трассу. Насколько она жесткая, сколько кочек. Дакаровский КАМАЗ и Нива стартанули. Итак, кто же окажется впереди? Кто проедет дистанцию первый? КАМАЗ или Нива? КАМАЗ или Нива? Вы посмотрите, как валят автомобили, друзья. Неужели? Практически вровень, вровень приехали КАМАЗ и Нива. Вот это да, вот это шоу. Гурам, вот ты сейчас прокатился в боевом КАМАЗе, в боевом режиме. Как твои ощущения? Это просто космос. Это ни с чем не сравнить. Я думал, что я искушенный человек, что меня ничем никогда уже не удивить. Я ездил на 1000-сильных машинах за рулем. И такой сел в этот КАМАЗ, думаю, ну сейчас это будет легкая поездка. Ровно через 30 секунд я визжал, как маленькая девочка. Я вылетал из этого сиденья, слава богу, ремни меня держали. У меня устала шея через 2 минуты. И я не понимаю, как они едут в таком режиме тысячи и тысячи километров. Остается выразить просто нереальное уважение их мастерству и крутой технике. Спасибо команде Супротек за приглашение. Я провел просто замечательное время. Антон, каково быть проигравшим? Слушай, на самом деле, если бы я во вторую нормально воткнул, там вариантов, сам знаешь, вообще не было бы. Но я знаю много. Я не захотел. И вообще, мне кажется, не то топливо, и резина у меня. Резина плохая, резина, бензин плохой, да. Не воткнул вторую, отвлекли, солнце глаза били. Соскочила на газ педаль сцепления, короче. Вот так вот. Абсолютно понимаю. Ну, бампер, может быть, бампер. Да. Друзья, ну вот такое чумовое событие. Дакаровский КАМАЗ против Нивы Супротек Рейсинг. Подробности этого чумового заезда вы посмотрите на каналах Супротек Рейсинг, Антона Воротникова и Гурама Дракс, Drag Times Info. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!